поселок для престарелых Гриссен-Пэй. Добрый день. Ограничение 40 км в час. Понемногу. Напоминает мне наш район в детстве. Похоже, отсюда много кто уехал. В этом идеальном месте... Я вас не вижу, но пахнете вы замечательно. Вы переехали в соседний дом? Ясная ночь, благословение Божье. Но для одного мужчины это проклятие. Привет, я не слишком поздно. Алло? Что за чертовщина? Спокойно, парень. Долорес! 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 Никто из соседей не видел никаких признаков проникновения. На нее просто напала собака. Такое здесь уже случалось. Такие нападения происходят все время. Когда наступает время тьмы, пожалуйста, оставайтесь дома. Закройте окна и двери, пока мы все не уладим, хорошо? Должно восстать зло. Кажется таким замечательным местом для жизни. В такие места приезжают не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умирать. Может, изготовите серебряные пули? Да. А еще серебряный щит и кинжал.